Строительство дорог и их безопасность. В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Москве открылась международная выставка «Дорога Экспо-2017». О том, что представляла Чувашская Республика на выставке, в нашем сюжете. Коммунальная техника, интеллектуальные транспортные системы, мосты и тоннели. Свои передовые разработки на выставке «Дорога Экспо» представили предприятия 200 компаний из 33 регионов России и зарубежья. Повышенное внимание специалистов было уделено и стенду нашей республики. Он посвящен реализации программы «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в этом году в Чувашии отремонтировано около 100 километров дорожного полотна. Это город, плюс город Новочебоксарск, город Скрипник, плюс Чебоксарский район и Мордовский район. Это территория охватывает 700 тысяч человек в Чувашской республике. Глава Минтранса России Максим Соколов держит на особом контроле и ход реконструкции Московского моста. Сейчас ремонт моста идет в второй части, и к концу следующего года будет вторая часть сдана. Это был как настоящий такой национальный народный праздник. Таких мостов мы не вводили там лет 30 или 40. Среди экспонатов, мимо которых было сложно пройти, специальные очки виртуальной совмещенной реальности. И это уже не будущее, а наше настоящее. Питерская фирма представила их впервые. Это не чудо на самом деле, это, так скажем, некое приложение к стандартной визуализации, которую мы представляем обычно заказчику, которое позволяет послойно посмотреть все проектные решения, которые были применены на этой развязке, и оценить полноту и качество принятых решений, и практически ногами пройти по запроектированной развязке, по путепроводам, посмотреть комфортность и удобство его использования. Дорожная отрасль стоит на пороге качественных преобразований, и в этом году объем государственной поддержки составил более 675 миллиардов рублей. То, как сегодня развивается дорожная отрасль, наши федеральные трассы, в первую очередь, я уверен, заметно не только в Москве, но и в каждом регионе нашей страны, в каждом области, субъекте, республике, везде, где реализуются проекты не только по приведению в нормативное состояние федеральных и региональных трасс, но и реализуются масштабные проекты по строительству мостов, путепроводов, развязок и снятию других инфраструктурных ограничений. Самые актуальные вопросы дорожно-транспортной отрасли были обсуждены на научно-практической конференции Росавтодора. Кроме этого, в рамках выставки форума проходят круглые столы и семинары. Именно здесь специалисты дорожной отрасли обмениваются опытом и заключают взаимовыгодные договоры. На данной выставке присутствуют практически все руководители наших дорожно-строительных организаций. Они проводят переговоры с поставщиками техники, с поставщиками новых материалов. И надо сказать, по тому же проекту «Безопасные и качественные дороги» на дорогах Чувашской Республики, на дорогах Чебоксарской городской агломерации, я думаю, вы видели, какая суперсовременная техника работает. И наши строители используют самые последние, самые современные технологии для того, чтобы дорожное покрытие работало долгое время. Наладить партнерские отношения с нашей республикой планирует и московская компания «БИВИ», которая занимается поставкой и внедрением современных технологий в строительстве дорог. Опыт уже есть. В результате переговоров на прошлой выставке «Дорога» мы познакомились с администрацией города Чебоксары и Новочебоксарска. Мы приезжали в гости, сделали презентацию своих технологий, выбрали улицу в Чебоксарах, которые обработали несколько квадратных метров нашим пропиточным составом буквально вручную. Выставка подобного масштаба в Москве проходит в 8-й раз. Здесь представлены самые прорывные разработки в области дорожного строительства. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.